Веселый смех и шумная беготня нарушили тишину детской центральной библиотеки. Но это тот самый случай, когда библиотекари рады такому переполоху. Ведь в гости к ним пришли ребята из школьного лагеря «Космические дали». Ребятам рассказали легенду о Петре и Февронии, прочитали сказку о семье и загадали загадки. Это слово каждый знает. Ни на что не променяет. К цифре 7 добавлю я, получается семья. Также юных школьников ждал мастер-класс по изготовлению открыток в подарок своим родителям. Они самостоятельно вырезали и клеили все детали, но самое интересное для них было создать дом своей мечты. Для этого в их распоряжении были разноцветные фломастеры и карандаши. Я сделала вот такую классную открытку на день семьи. Я ее подарю своей маме, чтобы этот праздник был запоминающимся. После мастер-класса ребят ждал приятный сюрприз. В библиотеку приехала художница по аквагриму. Каждый мог сам выбрать рисунок, который украсит его лицо. Девочки попросили нарисовать полевые ромашки. Я решила выбрать символ нашего праздника – ромашку. Вот. А Виктории Недосекиной настолько понравилась работа мастера, что девочка решила тоже стать художником по боди-арту. Мне очень нравится аквагрим, поэтому я хочу рисовать его, когда вырасту. Это очень красивое искусство. Летние смены в пришкольных лагерях – это всегда много нового и интересного. И детская библиотека еще не раз встретит ребят, предложив им поучаствовать в необычных занятиях. Алена Ключникова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.